Воскресная хроника происшествий началась в половине первого с ДТП, которое случилось на дороге, соединяющей Балабаново и Боровск. Здесь, на участке в районе деревни Роща, владелица Hyundai на высокой скорости не вписалась в крутой поворот и зацепила колесом дорожную бровку, отчего иномарку занесло на дорожный ограничитель и УАЗ, двигавшийся по встречной полосе. Я уже начал от него уходить, и я опять там ее в бордюр и кидать на меня. От такого столкновения УАЗ врезался в дорожный отбойник, а его водитель ударился головой. Водительница Hyundai и ребенок, находившийся в салоне иномарки, не пострадали. В это же время на улице Энгельса в Обнинске в неприятную ситуацию попали еще два автомобилиста. Молодой человек на Hyundai выезжал из двора задним ходом, не заметил Хонду, въезжавшую в этот двор, и ударил ее в передний бампер, разбив его. Планы по продаже автомобиля пришлось отложить на неопределенный срок владельцу Volkswagen Jetta, который в начале третьего возвращался домой с авторынка, расположенного на улице Московской. Иномарка подъезжала к Киевской трассе, и в его ряд из соседнего начал перестроение ВАЗ-21099. Но, к сожалению, перестроился тот неудачно, прямо в Volkswagen, повредив тому правое крыло. Ирина Пислегина, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ.